Под охрану бывшая детская больница на проспекте Ленина получила новый статус. Теперь здание – памятник архитектуры муниципального значения. Сейчас дом находится в аварийном состоянии. Его собственник, областной департамент имущественных и земельных отношений, вероятно, передаст памятник в частные руки. В региональном департаменте охраны объектов культурного наследия, в свою очередь, заверили, что охранные обязательства будут направлены новым хозяевам. В установленном порядке после включения здания в реестр департаментом будет направлено собственнику охранное обязательство с актом технического состояния, устанавливающим сроки и виды работ по сохранению, в том числе противоаварийные, проектные и ремонт-реставрационные работы –